рождением! Чему-то я радуюсь, как в детстве. Пойдем кашу кушать. Мама. Пойдем. Иди сюда. Иди сюда. Нет? Просто все дело в том, что мы уже его открыли красиво, как бы на камеру я прыгала, как сайгак. Но оказалось, что Леша не снимал. Здравствуйте. Днем рождения меня. Пока что у нас только пойло. Должно быть, это моя мечта. Есть кокосовое молоко, семена че, снова здравствуйте, и свежие ягодки. Мне кажется, здесь все, что я люблю. Сейчас проверим, насколько я буду довольна. Хозяин как нифига не меняет. Видишь, оно у тебя даже написано «Бенго Васаби Сарада». Там название прям «Васаби». Я наелась. Очень. Сижу опять вот нету в торговом центре, который всегда обедает. Мне так жарко на улице, наконец-то наступило лето, но я почему-то не очень рада, потому что очень жарко стало. Как вы думаете, добавлять перец мне? Нет, нет, вообще. Мало. Мне же жарко. Почему бы не поесть перца, чтобы стало совсем жарко? А мне очень спирт. Здесь так красиво. Ну, как красиво. В смысле, приятно сидеть и кушать, учитывая, что ты сидишь в ресторане в дворике. Я не знаю, такого центра. Ну, какого-то там кафе или ресторане. Просто так. Сейчас метро, вот это, кто не знает, такой огромный магазин, где можно продукты, вещи покупать оптом, и можно также не оптом, то есть там получается как бы дешевле, но не суть. В общем, магазин очень большой, и я очень устала, если честно, сейчас вот там ходить. Вот, мы ничего такого не покупали, просто заехали за продуктами. Потом мы поедем, нам нужно поехать в церковь, в которой мы хотим крестить дочку, и уточнить время, в которое состоится собеседование с батюшкой, представляете? Вот, для того, чтобы завтра поехать туда и пройти это самое собеседование, и через какое-то время уже покрестить Аришку. Вот так. Поедем в церковь. Короче, первый раз в жизни я пожалела, что у меня нет вот этого чехла, который защищает от воды камер, потому что мы были в аквапарке, у нас нет ни одной фотографии, ни одного видео, и это очень-очень плохо. Но зато теперь у нас есть романтический ужин на 3000 рублей, который у нас почти на халяву, потому что если бы мы покупали это без скидки, мы бы заплатили 7,5 тысяч рублей за какой-то, блин, сраный аквапарк. С ужином. Так что сейчас мы сидим в ресторане, здесь боулинг. Там Голливуд. Здесь ребенок. Там Леша, на него не смотрите. А еще гвоздь просто стола. Кирпич. Понюхайте, пожалуйста. Вот так. Кто хочет кашу?
Я даже не представляла себе, что у дочки будет столько радости от пребывания в воде. Реально, она вот когда в душе, она очень радуется. А тут, понимаете, бассейн, да, взрослый большой бассейн, она была в жилете, она так визжала от радости. Короче, у нас ребенок, который любит купаться в воде. Сыр, пакеты, 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 пакеты. Я готовлю мясо, лучок, чтобы мне очень захотелось лучка. У меня здесь кускус. Вот так вот, так и живем. По вкусу как шашлык. Но и по количеству дыма тоже как шашлык. Мы же купили тебе резиночки. Я купила резиночки, чтобы ей делать хвостики. Мне сегодня дурно, потому что у нас погода просто жесть. Вот она, моя метла припаркована. Кушай, кушай цветочки, кушай, вегетарианка. Кушай. Вот так, вкусные московские цветы. Живительная сила. Кто только написал на них. Пока-пока. Пока-пока. Как хорошо. Извозчик. Аришенька, как я тебя учила? На чай оставляй. Это самое вкусное мороженое, которое только придумал человек. Раньше я думала, что мороженого вкуснее, чем в Макдональдсе, не существует. Чем кто мороженое? Чем мороженое в Макдональдсе. Mm. Но теперь я знаю, что есть мороженое вкуснее. Но для тех, кто любит послаще. Я знаю, что есть люди, которые не любят, когда мороженое слишком сладкое. А здесь это просто... Это Бургер Кинге продают мороженые бабки. Вот мороженое Твикс. Даже если вы любите Твикс, мороженое Твикс вам, скорее всего, не понравится. Но и даже если вы не любите Баунти, мороженое Баунти вам все равно понравится. Угу. Попробуйте. Весь смак в ложке. Какая ложка? Ложка. Гарун, 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 гарун. Ку-ку. Ку-ку. Сама снимайся. Ну, давай. Ну, давай. Ладно, снимай сама. Ага.